На этой схеме изображено генеалогическое дерево по линии моей матери, то есть по линии бабушки. Средняя дочь, моя мать, Хевит, и самая младшая Хая. Старшая дочь Рахиль эмигрировала в Соединенные Штаты Америки еще до Первой мировой войны. Мужа ее, Арона, мобилизовали на фронт, и через 3 месяца он погиб на обороне Ленинграда. 24 июня 1941 года. Дорогие, пока мы все живы-здоровы, что будет дальше, будет видно. Находимся, конечно, в опасности, войну чувствуем. Когда их посадили в эшелон уже на противоположном стороне Ладожского озера, эшелон попал под бомбежку, и она вместе с детьми погибла. Ева и Моисей были в Новозыбкове, и им сказали там дети, что немцы всех евреев расстреляли, в том числе ее брата Исаака вместе с женой и с 2 детьми. Причем, по ихним данным, этих мужчин заставляли рыть могилы для самих себя и для своих семей. Значит, их расстреляли ориентировочно в 1942 году. В 1937 году его под ложным обвинением арестовали, как после выяснилось, расстреляли. Вот, а его жену, то есть мою тетушку, как жену врага народа, арестовали на 10 лет и отправили в лагеря. О, этот лагерь назывался Алжир. Я вспомнил Алжир. Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Тут тетя Аня что-то посмотрела на этого гостя и сказала: извините, пожалуйста, не вы ли были комендантом лагеря в городе Акмолинске? Ну, такой случай.